Добрий вечір. Це тема дня. 26 січня в Миколаєві відбудуться загальноміські громадські слухання з питань прозорості та ефективності бюджетного процесу у місті Миколаєві за 2017-2019 роки. Що пропонують ініціатори слухань? Чи зможуть громадські організації вплинути на реалізацію вже прийнятого бюджету Миколаєва? Про це сьогодні ми говоритимемо з нашим сьогоднішнім спікером. В студії Михайло Золотухін, директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Михайло, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є питання, долучайтесь до нашої розмови. Михайло, будь ласка, що спонукало вас та інших ініціаторів завтрашнього заходу скликати громадські слухання на тему міського бюджету? З 2015 року наша організація, а також експертний общественний совет при Николаївському горсовіті, проводив моніторинг і оцінку ефективності і прозрачності бюджетного процесу. І ежегодні моніторинги показували про дуже тривожні симптоми. И наши попытки достучаться до горосполкома, горсовета, скажем так, не всегда были успешны. И мы поняли, что единственным шансом является то, чтобы нас услышала сама громада, и потом, и только после этого мы сможем воздействовать на чиновников и депутатов. А тревожные дзвінки, в чем они полягали? Ну, сколько мы знаем, что реформа децентрализации дала местным бюджетам значительные ресурсы, но можно говорить о том, что у нас гораздо больше денег, но насколько с точки зрения цены, качества услуг мы лучше распоряжаемся деньгами, которые у нас есть. Вот, допустим, эксплуатация гектара зерновых насаждений в городе Николаеве, мы выявили еще в 2015 году, что в Николаеве в 6 раз дороже, чем в Киеве. И также в ряде других так, городов. Это очень было такое, ну, скажем так, за 4 года, по большому счету, достигнут прогресс. Уже по факту 2017 года, это уже официальные цифры, всего в 2-2,5 раза дороже, чем в Киеве. То есть вот это вот та самая, скажем так, рента бесхозяйственности, так бы сказал, которая вот удивляет. То же самое касается и эксплуатации дорог, и то, что касается сферы собственных полномочий. И есть такое возможности бюджетного кодекса, как программно-целевой метод. Именно он, его выполнение позволяет именно отследить жителям самый главный параметр – цену, качество услуг. Наши все выводы говорят о следующем, что у нас очень головные распорядники бюджетной кости, Костев очень недобросовестно заполняет бюджетную документацию. До сих пор у нас странные цифры и по гектарам зерновых насаждений, количество собак, и много чего, и квадратный метр дорог, которые очень такие странные цифры в бюджетной документации. Но если у нас хромает учет и контроль, то, естественно, о какой эффективности использования наших средств можно говорить. И более того, очень тревожный симптом. Вот в декабре прошлого года фактически бюджет города Николаева был принят в подковерном режиме. То есть мы прекрасно знаем, что за 20 дней до решения сессии проект бюджета должен был опубликован в публичных источниках на сайте Горсовета. Но по факту мы получили 19 декабря решение исполкома, 21 декабря решение сессии, и проекты бюджета никто не видел. И по большому счету, что приняли депутаты с подачи чиновников, в этом мы пытаемся разобраться. Вот мы сформировали бюджет города Николаева, презентацию в формате «Бюджет для граждан». То есть именно с точки зрения домохозяйства мы показываем те процессы, которые мы увидели за последние 3 года. И по большому счету завтра у жителей есть уникальный шанс, придя на общественные слушания. Это первые слушания такие, видимо, так? Это первые в Украине подобные слушания, потому что традиционно вот в других городах слушания были про проект бюджета на будущий год. А это слушания, которые должны дать толчок тем самым появлению лекарств, которые бы вылечат на системном уровне наш финансовый менеджмент в городе.
То есть вот во многом говоря, по нашим рекомендациям принят изменение бюджетный кодекс Украины, который предусматривает, что бюджетные запросы должны уже находиться на сайте городского местных советов. Более того, появляется понятие среднесрочного планирования на рентгеновый результат и понятие внутреннего аудита. То есть болезнь нельзя загонять вглубь. И по большому счету завтра будет попытка разговора компетентной общественности и просто активистов с друг другом для начала. Но мы надеемся, что к этому разговору присоединятся и депутаты, и чиновники. Сейчас, к сожалению, мы видим, поменялись местами, ролями чиновники и общественники. То есть общественные слушания у нас проходят по принципу общественной сгоды. Мы в сентябре месяце подали инициативу по проведению общественных слушаний. И согласно процедуры по проведению общественных слушаний, нам могли городской голова создать распоряжением оргкомитет, но нам было дано ответ, что нет такой необходимости, и мы вступили принципом общественной сгоды. И фактически весь момент подготовки слушания лег на оргкомитет. Но единственное, что горосполком, да, дал объективную информацию, думаю, по запытам доступа публичной информации, чаще всего на сайте есть информация, и мы такие смогли сформировать и бюджет для громадян, и популярный ролик своими силами о том, как можно рядовому жителю отслеживать эффективность бюджетного процесса. Именно какие уникальные возможности есть программно-целевого метода, что не вдаваясь в большие глубины, можно как домохозяину понимать, эффективно или неэффективно ведется домашнее хозяйство. Все мы ведем свое домашнее хозяйство, и все мы ориентируемся, мы знаем прекрасно, как его вести. И публичные финансы, оно похоже на финансы домашнего хозяйства. На справі все не так вже і от важко, як виглядає на перший погляд, так? Ну, ще нужно, конечно, нужно знать матеріальну часть, нужно знать законодательство. І от завтра в 11 часов в Николаївському горсовєті ми зробимо попытку такого експрес-обучення своєго роду і місцевої демократії, і експрес-обучення, що можна, как можно понимать эффективный либо неэффективный бюджетный процесс. То есть мы попробуем популярные формы представить выводы наших общественных аудиторов. Это не только фонд развития города Николаев, это, в принципе, вся работала экспертный общественный совет, это не только наша организация проводила эти исследования. Да, мы делали это при поддержке посольства Великобритании в Украине, и Национальный фонд поддержки демократии, и другие организации, и фонд возрождения. Но по большому счету есть уже точка зрения, как можно лечить наши городские финансы, чтобы нам не было стыдно. Ну, скажем так, мы анализировали процессы по юго-востоку Украины, по, получается, 20 городам и объединенным громадам юго-востока Украины, это Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, неоккупированная часть Луганской области. И мы увидели, что лидерами этого процесса являются Баштанка и Вознесенск. Вот именно как правильно наладить финансовый менеджмент. И я знаю, что Виталий Луков действительно живо представлял, как нужно строить управление громадой. Рубский Иван Васильевич, тоже известный мастер. Днепропетровская ситуация довольно-таки. Но Николаев, в принципе, занимает почетную четвертую строчку по системе. Ну, до речі, минулого року ваша організація проводила дослідження ефективності бюджетних процесів в різних містах 6 областей України. Будь ласка, як виглядає Миколаїв порівняно з іншими містами? Ну, я об этом начал уже говорить. Николаев, он, скажем так, в группе лидеров. То есть если смотреть по целостности внедрения программно-целевого метода, как устроено именно по параметрам открытости, прозрачности, оставления документации, то есть нельзя сказать, что у нас нет диалога с органами местного самоуправления. Диалог получается, поэтому Николаев традиционно 4-5 из 20
громады столько занимают. Но мы очень заинтересованы, чтобы мы стали наиболее эффективны, чтобы мы почувствовали это по чистоте города, по сделанным дорогам, по качеству в системе образования, медицины. И по большому счету Николаеву еще предстоит стать тем городом-лидером, как Вознесенский или Баштанка. Мы очень на это надеемся. То есть в Миколаеве еще все попереду? Но на самом деле сам факт проведения общественных слушаний – это очень здоровый признак. Несмотря на то, что на нашу такую вроде бы жесткую критику, но на самом деле это очень хороший процесс откровенного разговора. И то, что городской голова Александр Сергеевич идет на этот разговор, и то, что слушание, с другой стороны, вроде бы, да, принцип молчазной сгоды, и мы соорганизаторы, но мы прекрасно себе отдаем отчет, что танго танцует вдвоем. И мы очень надеемся, что завтра мы выйдем на новый етап именно этого конструктивного диалога. Ми поспілкувалися телефоном з деякими керівниками громадських організацій, які є співорганізаторами завтрашніх слухань. І ось як прокоментував цю мету голова експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради Артем Ващіленко. Давайте послухаємо, прошу. По-перше, слід зазначити, що ініціатива проведення перших в Миколаєві громадських слухань з питань прозорості та ефективності бюджетного процесу – це ідея Фонду розвитку міста Миколаєва та експертно-громадської ради. Протягом вже, починаючи з 2015 року, вже більше 3 років, відбувається громадський моніторинг виконання бюджетних програм. І результатом цього моніторингу ми бачимо, які зловживання є в бюджетному процесі. Ми бачимо, як маніпулюється цінами при закупівлях послуг через міський бюджет. Отже, потреба в тому, щоб відкрито показати громаді, що воно є насправді, це одне з завдань громадянського суспільства, представники якого і об'єдналися в експертно-громадську раду. Тому завдання і наша основна мотивація проводити відкриті слушання – це показати, які є ризики, показати, що скільки коштує, і перше вже розпочати відкритий суспільний діалог на тему бюджету. Бюджет – це фактично основний інструмент управління містом. Бюджетні програми, які фінансуються коштами громади, коштами платників податків, фактично кожного громадянина України, міста Миколаєва. Це був коментар голови експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради Артема Ващіленко. А зараз я пропоную коментар з голови Центру антикорупційних розслідувань Дениса Барашковського. Прошу. По-перше, ті люди, які були ініціаторами громадських слухань, вони всі знають, що таке бюджет, і як він приймається, і як він виконується. Тобто, що я хочу сказати, що більшість питань, поки з'являться вони в депутатських комісіях, бюджетних та інших, вони десь там кулуарно проходять, і досить незрозуміло, як саме вони формуються, ці питання. Це перше. А друге і саме головне, і воно буде завтра викладено в розпорядників коштів на одні і ті ж самі позиції, чомусь дуже величезні розбіжності в цінах. Тобто незрозуміло, чому, наприклад, один район робить там прибирання в парку за, умовно кажучи, гривню, а інший дозволяє себе робити за 3. І все це досить непрозоро формується ціноутворення, і це б'є по нашим кишеням, тому що насправді, якщо б бюджет був достатньо прозорий, а саме головне, було б обговорення громадськості, я думаю, що найменше як в половину була б економія бюджету. Тому я підтримую відкритість бюджету і підтримую участь у громадських слуханнях з цього приводу.
А це був коментар голови Центру антикорупційних розслідувань Дениса Барашковського. Я нагадую, що це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Михайло, будь ласка, організації, що ініціювали слухання, об'єднані якимось чином. Чому саме вони так активно турбуються з приводу ефективності бюджету Миколаєва? Ну, во-первых, ми учасники Миколаївської регіональної платформи реформ. Є така національна ремонтационный пакет реформ. Вот мы недавно образовали такую коалицию, которая ставит своей главной целью имплементацию национальных реформ на местном уровне. И одна из ключевых таких реформ на местном уровне является как раз местное самоуправление и эффективные местные бюджеты и финансы. Это как бы из последних вот событий, которые вот с декабря-января месяца произошло, мы объединились в такую мощную коалицию. И с другой стороны, в сентябре месяце, когда инициировали проведение слушаний, все это происходило на базе экспертно-общественного совета Николаевского горосполкома. И по большому счету, эта инициатива родилась именно в недрах экспертно-общественного совета, когда мы увидели, что все наши мониторинги, аудиты нуждаются не только в координации, но также в понимании жителей. До тех пор, пока наши мысли не станут солидарны со всеми жителями города Николаева, до тех пор мы не сможем убедить местных чиновников и депутатов действовать по закону. Потому что у нас очень хорошее сейчас национальное законодательство. И у нас главный сейчас вызов – это научиться жить по закону. Знаете, по рецепту, значит, вкусно. И для того, чтобы у нас были полезные, эффективные финансы, полезные жителям, нужно все-навсего выполнять требования бюджетного кодекса и национального законодательства Украины. Можно много говорить о том, чего у нас плохо, но что у нас в последние годы хорошо, это принятый пакет на национального законодательства и те реформы. И ответственность лежит прежде всего на нас самих, насколько мы сможем организовать свою жизнь. И если чиновники и депутаты этого еще не поняли, мы им поможем это понять эту ситуацию. Несмотря на избирательный год, 2019 год, мы прежде всего настаиваем, что у нас не политическое движение. Нам по большому счету мы провозгласили принцип позапартийности, и любое заявление, которое будет идти под флагом любой политсилы, мы будем от него отмежевываться, вплоть до исключений из нашей коалиции. Но мы очень надеемся, что общественные слушания дадут тот самый толчок, который поможет наладить тот самый диалог, и мы увидим, как имплементируются требования национального законодательства, и мы увидим, что на местном уровне в Николаеве мы сможем участвовать в бюджетном процессе, как в непрерывном процессе. Потому что бюджетный кодекс предполагает, что на всех стадиях с января по декабрь есть, как календарь огородников есть, когда сеять, когда поливать, когда подкормку делать. Вот точно так же есть бюджетный календарь, который подразумевает разные возможности участия на каждой стадии. Вот, допустим, сейчас вот в этом квартале сейчас формируются паспорта бюджетных программ на 2019 год. И по большому счету от того, какие будут забиты показатели, какие будут приоритеты, зависит от активной позиции громады. Если громада скажет о своей позиции, что давайте-ка те неэффективные программы, которые вот есть, которые зарекомендовались как не очень эффективные или непонятные, или сомнительные, давайте их переформатируем в тот формат, чтобы было видно реальная польза, то сомнительная, нерациональная, может быть, я боюсь слова, коррупционная рента, которая где-то, может быть, выглядывает, может быть, пересмотреть, а может быть, и нет никакой, есть это реальные цены. Но это вообще предмет цивилизованного диалога, как на ринку. Це є ринок, тільки ринок управлінських услуг. З причинами скликання слухань і основними проблемами бюджетного процесу в Миколаєві ми наче розібрались. А чого в результаті ви сподіваєтесь добитись? Я зрозуміла, що ви все ж таки намагаєтесь будувати наше місто чистим, зеленим, комфортним, щоб тут було зручно і добре жити.
Але іноді так виглядає, що це можливо, а коли починаєш працювати, то розумієш, що це практично неможливо. Чи можливо? Ну, скажімо так, всі головні наші біди від нерозумного управління. А розумне управління у нас заложено вже в національному законодавстві. Я вже говорив, що у нас дуже хороше законодавство. Давайте почнемо виконувати чітко закон, особливо новели бюджетного кодексу, які прийняті в декабрі цього року і недавно підписані президентом України. Давайте з цього почнемо. І тоді ми побачимо, наскільки у нас бюджет 2020 стане кращим, і 2019 – то, що на самом деле... А як ви можете впливати на реалізацію бюджету? Прежде всего, контроль показателей. Это, знаете, как на солнце погибают любые паразиты. Вот я говорю, мы те самые солнечные лучи, которые позволят принимать правильные решения и убирать тот фактор корысти или нездорового лоббизма. То есть я... Может быть, это чрезмерный идеализм, но на самом деле это больше практика, вот доказанная практикой дела того же Вознесенска, Баштанки, которые громады имеют значительно хуже стартовые возможности. Вы увидите, насколько у них лучше ситуация с тем же благоустройством и даже инвестиционным климатом. Так что все в наших руках. А Михайло, будь ласка, як ви думаєте, чому в Вознесенську, в Баштанці там краще, ніж в Миколаєві? Адже, як ви зараз зазначили, і можливості в них менше, ніж в Миколаєві, і людей менше, але... Ну, во-первых, є в них політична воля команд голов виконання законодавства. Второе, є конструктивний діалог того самого гражданського общества с чиновниками и депутатами. И в-третьих, есть устоявшаяся практика именно культуры управления, которая сложилась за последние вот 10 лет. И мы очень так тщательно, наши проекты были направлены не только на город Николаев, но то, что у нас не получалось в Николаеве, во многом выходило в Вознесенские Баштанки. Вот такое вот интересное такое явление. Тобто тут не вийшло, а там добре. Ну, на самом деле, город меньше территориальные громады, и многие, как такое совпадение, масштаб, усилий и умелый менеджмент. И мы очень большие надежды возлагаем по-прежнему на Николаевского городского Александра Федоровича Сенкевича, потому что многое то, что написано в его программе, как это на городскую голову, когда он стал головой, это было заложено, и есть у нас подписана угода про публичную ответственность. И согласно этой угоды Николаевский городской голова как раз и делает те шаги, которые вот позволили провести завтрашние слушания. Весь вопрос, чтобы он стал более последовательным, как его коллеги с Баштанки и Вознесенские. И Каховки, что это такое Баштанка и Вознесенская. То есть Каховка тоже в числе городов, как делать надо. Михайло, у нас залишилась хвилина до кінця нашого ефіру. Будь ласка, тобто завтра відбуваються перші громадські слухання. І про що ви хочете наостанок сказати нашим глядачам? Ну, прежде всего, я настоятельно приглашаю завтра в 10:30 прийти з паспортом в Николаївський горсовет, тому що тільки по процедурі наличия паспорта з регістрацією в городі Николаєві дають право отримати мандат и принять участие в голосовании. А также приготовьте предложение по именно лечению эффективности менеджмента, управления финансами. Я понимаю, что это больше вопрос, который касается профессиональных управленцев, но я уверен, что есть успешные предприниматели, управленцы, которые научные работники, которые помогут нам отладить в городе лучший финансовый менеджмент. Будемо сподіватися. Спасибі, Михайло. Ця тема сьогодні обговорена. А що буде далі, побачимось вже у понеділок. На все добре.